Ты любишь брейк-дэнс? Брейк-дэнс. Ты любишь брейк-дэнс? Брейк-дэнс. И приветствую всех на канале Breaking News. Это первая видео-версия новостей о брейкинге. После долгого отсутствия я продолжаю выпуски и постараюсь в каждом выпуске добавлять что-то новое, что-то интересное. Сейчас будет анонс о грядущих новостях. 17 ноября в Монпелье, Франция, пройдет Body International. Это финал. На этот ивент уже отобрано 25 команд со всего мира. Еще один мировой финал пройдет в Лос-Анджелесе 10-11 ноября. Freestyle Session. Общий призовой фонд 50 тысяч баксов. Неплохо, правда? Судьи. Orko Storm, Wicked Skim, Джеромский. Старая школа возвращается в Украину. 3 ноября она пройдет в городе Киев. Диджейский состав. Scream, Annie Rock, Nail, Игорский и Max Great. На старой школе проходит безостановочный сайфер. Целый день, на которых отбираются участники на битвы 20 на 20 среди про и 10 на 10 среди детей. На этом джеме есть всего лишь один контест. Почувствуй ритм. Под живую музыку от Супер Эда. А в Москве 4 ноября пройдет батл под названием B-Boy Nation. Судьи. Fast Food, Cipatron и Dale. Kids батлы в трех вековых категориях. Также основная битва 3 на 3 про. MC Тонский, диджей Владовский. Последний анонс о 10-м anniversary Hot Funky, который пройдет 1 декабря в Киеве. У ребят очень интересный концепт проведения мероприятия. 4 локации, которые находятся недалеко друг от друга. 4 батла, которые сольются к вечеру в один, где пройдут все финалы. Представляете, какой зашкал хип-хопа будет в этот день в Киеве. В тот момент, когда я начал танцевать брейк, лет, наверное, 19 назад, человек делал не вообразимые вещи для моей головы. С моими мы постоянно проводим джем с под названием «Вспышка». На юге круто. Скетчерс виділило насправді дуже багато грошей, що ми зразу підписали лілзу, і я запропонував Сані. Я знав, на що ми йшли. Монстр Тім не захотіли з нами батлити. Ми просто собі віддихали, кожен день тусувалися, шопилися. Це вже такий рівень, що я не дуже дивуюся тому. Съемка этого выпуска Breaking News проходит комфортно благодаря одежде от Breakdown Streetwear. Ребята сделали полгода назад этот анорак и сделали очень качественно. Он просто неубиваемый, при том, что активно используется. Комфортно переходим к прошедшим мероприятиям. B-Boy Slavon создал новый источник информации о брейкинге под названием Breaking Notes. И все это теперь в Telegram. В Филадельфии только-только закончился батл под названием Silverback Open. Первое место в командных батлах 3 на 3 заняла сборная Plan B, Manohan 10, Vero. В финале они бились с Na'Vi Crew. Сборная Россия, Украина. Ну и приняли к себе нового чувака, Shikikiksa, в Японии. Насчет нового участника это не точно. Первое место в соло-батлах занял B-Boy Victor. Среди B-Girls сильнейшей оказалась Logistics. В китс-батлах победил B-Boy Lorenzo. Громадный респект за контент на канале Мирный Воин. Давно это хотел сказать, но не было времени, места. Breaking News. Также был недавно мощный ивент в Китае под названием Bomb Jam. Номинацию Cypher King забрал B-Boy Vicious. В футворк-батле победил B-Boy Kinder. Сборная Green Panda. Угадайте, о ком сейчас пойдет речь? Да, это Outstanding Crew. Город Сочи. B-Boy Bumblebee стал первым B-Boy'ом в истории, который получил золото на юношеских Олимпийских играх.
Серега, поздравляю еще раз. Но все-таки я считаю, что батл с Шигекиксом должен был быть финальным. По Франции прошел Battle Pro. Победил бибой Дэнни Дэн, и в финале он бился с бибоем Черепом. Прикольно видеть, что после Олимпиады людишки засуетились и организовали батл под названием Ropz. Да, это международный фестиваль. В командных батлах победила команда Illusion of Exist. Очень крутые соло-батлы, в которых победил бибой Джамал. В финале он наказал Калила из Франции. Он бился с Денвером, а в Бигелс батлах в финале встретились Аюми и Наруми. Аюми выиграла. А сейчас сообщение Надежде Викторовне. Вы хотя бы чуть-чуть бы вниклись бы в ту культуру, за которую вы беретесь. Брейчик — это не спорт. Это в первую очередь искусство. Оно уникальное. Но к нему можно применить спортивный подход. В городе Ровно прошел батл под названием «Чисто брейкинг». В командных батлах 5 на 5 победили Incredible Guns, Бибой Playrock, Стимул и Денвер. Еще одна новость, прилетевшая из Китая. Джем под названием «Green Panda». Батлы забрала сборочка Illusion of Action. Wait a minute, you better talk to my mother. Еще на этом батле китайцам показали, что такое настоящие джемы. Потому что там в то же время прошел джем «Старая школа». Да, именно в Китае. И там были настоящие сайферы, и там было 20 на 20. И там был контест «Почувствуй ритм», в котором победил бибой Карма. Кстати, в финале он бился с Чирита. Еще раз прошу заполнить анкету от Моти, команда Be People. Я решила взять на себя смелость с помощью такого инструмента науки, как статистика, исследовать некую выборку из всех тех, кого в 80-е и 90-е называли словом «брейкеры». Цели исследования – сравнить тренировочный процесс и другие моменты, сравнить данные 2017-2018 года с таковыми от 2003 года, составить некое подобие рейтинга наиболее востребованных брейкданс-контестов. Вторая часть исследования будет опубликована позже. Речь в ней пойдет о разных медицинских аспектах.
заполнить анкету можете до января. Ссылка на нее будет в описании. Девочки, рад, хлопчики, як щастечка, здоровочка. Все нормально у вас? Да, я надеюсь, все файно. С вами Люсиська. Lil Dragon нас запросив на тусу в Тайвань. Там я був суддя. Бутуз так само там був суддею. Lil Zu в итозі виграв цей чемпіонат. Сані дійшов до півфіналу, програв Чиріто. Чиріто і Lil Zu билися в фіналі. Red Bull BC One забрал бой Lil Zu, команда 7-Eleven. Наконец-то достойный финал Red Bull. Бился он против Луиджи, который очень круто показал себя во всех батлах. Первый в истории пояс чемпиона Red Bull BC One. Среди бигелс забрала бигел. Рад всех видеть, надеюсь, вы меня также рады видеть. Breaking news снят из паузы. Но сейчас не об этом. Сейчас о месте, куда я иду. А это Chicamoca Jam, Lviv Edition. Мене звати Владі Флейва, я представляю команду Chicamoca Crew, також організацію Born to Play. Сьогодні в запрошених суддях B-Boy, Nicky Boy, Кузя і Big Yol Kim. За мікрофоном у нас Довгий Пес, за пультом DJ Рівчока and DJ Johnny B. Бібоятом, місто Львів. Сюди з'їхались купа ребят з західної України. Там зараз Beginners, потім буде Kids 2x2, потім буде Big Girls. В кінці буде на завершення 2x2 Pro. Якщо ти не приїхав, зашибісь, бо нам тут буде набагато більше місця, щоб всім разом посити. Піс. Born to Create. Недавно мы открыли свою хип-хоп организацию. Мы делаем много проектов. И первый из них это Chicamoca Jam во Львове. Взагалі це вже п'ятий Chicamoca Jam, який ми проводили в різних містах, а також цього року провели в Чикаго. Наша ідея – продвигати, прокачувати хіп-хоп-культуру. Ми забазувалися во Львові, і я думаю, ми будемо робити дуже багато мероприятий подобного роду іменно тут. Так що слідіть за нами, слідіть за інфою і приїжджайте. Впереді багато цікавого!
показать красоту самой высокой точки города, а тут просто мясо. Сейчас спущусь ниже, что-то запишу. Ну что, как всегда, ставьте лайк, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны, чтобы не пропускать новые выпуски про брейкинг. Ставьте колокольчик и не забывайте, есть еще канал в Instagram. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем выпуске. Peace.